В этом проекте одну вещь. Насколько правильно и точно будут переданы мои слова в этом проекте, такое будет мое к нему отношение. И я очень надеюсь, что все, что я говорил, будет поставлено и нарезано в том контексте, в котором я говорил. Иначе мне придется обижаться и бороться с этим проектом. Я бы этого не хотел, хотел бы говорить с гордостью, что я участник этого проекта.